И хорошенький. А что там заболел, почему? Не знаю, ночью воровал, потом лечили по-своему, да? А кто там жил? А? Кто там жил у вас? Ну вот, на 3 февраля у нас эти прикрутили. Такие по улице бегают, никто не обращает внимания. Такие прикольные все. Ну да. Эти все спят, эти активные такие. Не поделили что-то. Сашенька тоже говорит, папа, купи. Блин, я сейчас пока не знаю. Не можешь купить? Ух ты, прикольно. Сарина кушает. Кислоухи готовят. Он уже маленький. Если подождете, потом испугаетесь, как собака. Здоровье какое-то. Кролики — это не только ценный мех. Что у нас перекола? Да? Они размером с салату. Такой хороший. Не кусается? По настроению. А не дерется он? По настроению. Тоже, да? А сколько такой стоит? 1,5 миллиона. Это его детки? 2 его. Спасибо. И хорошенький. А что там заболел, почему? Не знаю, ночью воровал, потом лечили по-своему, да? А кто там жил? А? Кто там жил у вас? Ну вот, на 3 февраля у нас эти прикрутили. Такие по улице бегают, никто не обращает внимания. Такие прикольные все. Ну да. Эти все спят. Эти активные такие. Не поделили что-то. Сашенька тоже говорит, папа, купи. Блин, я сейчас пока не знаю. Не можешь купить? Ух ты! Это какая порода? Можно я засниму? А сколько ему? Все, идем. Все, не хочешь смотреть? Ну, нельзя, это брать.
А? Белоснежки. А это какая порода? Алабайс. Как? Алабайс. Алабайс. А можно его заснять? Эй, что делаешь, а? А сколько ему сейчас? 10 год. Какой красивый. Я смотрю, Алабай, да, мой маленький. Красавчик. Ежик. Сувенирчики? Ну это живые черепахи. Вот смотрите, сейчас вот такого размера черепаха получается уже выросла. Видишь, там большая какая-то. И хорошенький. А что там почему? Не знаю, ночью вырывал, потом лечили по-своему, да? А потом жил? А? Потом жил у нас. Ну вот, 23 февраля у нас еще прикупили. Такие по улице бегают, никто не обращает внимания. Такие прикольные все. Ну да. Эти все спят, эти активные такие. Не поделили что. Сашенька тоже говорит, папа, купи. Блин, я сейчас пока не знаю. Не можешь купить?